Видео записано специально для Ассоциации репетиторов. Добрый день! Меня зовут Белодонова Екатерина Вячеславовна. Я репетитор истории и обществознания, и мой опыт работы более 8 лет. Я имею высшее педагогическое образование по профилю истории и магистерскую степень по профилю историческая политология. Я готовлю к ЕГЭ и ОГЭ, и свою работу я выстраиваю на основе официальных документов Федерального института педагогических измерений. Тему прохожу в соответствии с кодификатором, делаю акцент на формировании необходимых навыков для успешной сдачи экзаменов. Если мы говорим про историю, то это навык работы с исторической картой, навык работы с текстом, навык работы с зрительной информацией. Если мы говорим про обществознание, то это будут навыки также работы с текстом, работы со статистикой, работы с графиками. Я провожу уроки на онлайн-доске, соответственно, у ученика остаются материалы постоянно, то есть он может заходить на онлайн-доску не только во время уроков, но и после урока, чтобы посмотреть какие-то пропущенные темы. Объясняю материал понятным языком, но учу пользоваться терминологией предмета истории или обществознания. Задаю и проверяю домашние задания, в соответствии с критериями экзаменов. Ну и кого я заинтересовала, приглашаю на свои занятия.